Беларуси. Если у вас есть еще что-то светлое в душе, если вам не чужды идеалы, которым нас учили добрые книги в детстве, присоединяйтесь к нам, к белорусской роте. Помогите нам вместе освободить Украину и защитить ее женщин и детей. А также привет, Гриша и Заренка. Ты был в Казахстане, приезжай сейчас в Украину.